Так, ну что, ночевали? Утро настало. И какой-то квестик тут. Так, товарищ. Прошу, помоги. Что это такое? Что за переполох, старик? Тебе вырвали глаза? Да, это была мантикора. Зверь из мифов лишил тебя глаз? У нее лицо женщины, а тело как у льва. Должно быть весьма свирепый лев. Да, и она вернется. Отведи меня к Тирамену в лечебницу. Он знает, что делать. Безумие твой лучший друг. Но я не позволю зверям тебя сожрать. Эх, хорошо, слепые глаза называется у нас сегодня квестик, мини-квестик. Я просто собирал ягоды. Кругом полно диких зверей. У тебя нет лука? Лук против мантикоры? Из этого лука я убил тысячи чудищ. А, так ты грифон, похищаешь меня? Успокойся, Гален. Это я, Байек, твой спаситель. Ну где мы? Мы ведь скоро придем. Я надеюсь. Держись, отец. Отнесите слепого старика в лечебницу Малагре. Хорошо, вот он тут рядом. Малагре, моя Малагре. Дайте я вас сейчас расцелую. Так, спешимся. Чувак, конечно, появился. Так, окажите старику, пожалуйста, помощь. Так, с кем нужно поговорить? Извините, доктор. Это ты целитель Тирамен? Да, да, а это Гален? О, боги, что с ним произошло? Сидел и вопил. Мантикора сожрала мои глаза. Видно, вместе с рассудком. У меня есть мед и очанка, но самые редкие травы забрали жрецы. Не бросать же его. Что нужно достать? Поможешь? Это чудесно. Я дам тебе список. Так, кстати, тут еще яблоко раздора какой-то квест. Ну, и тоже возьмем его. Так, козлиный рог, змеиный яд. Козлиный рог, змеиный яд. Ага. Ну, козлиный рог — это козы, да, горные, которые тут, а змеиный яд — это от змеи, от обычной. Так, ну-ка. Ага, вот змеи. Так, отлично, и тут и козы. Козы, козы, козы. Посмотрим, что Тирамен сможет сделать. Правильно скачу? Как наш страдалец? Бормочет вздор. Нужно облегчить его боль, иначе он не придет в себя. Нужен настой сильфия. Римской травы? Сильфий — это наша трава. Но из-за римлян ее почти не осталось. Они хранят ее на складе, к северу отсюда. И берегут как зеницу ока, да? Я уверен, что ты найдешь способ туда пробраться. Хорошо. Так. Подожди, где у нас 200 метров? Тут недалеко. Тут, кстати, получается в этом маленьком городке три квеста. Вот этот про слепого. Вот чуть там дальше, и вот тут квест. Кстати, некоторые квесты, интересно, что не показываются на карте. Вот, допустим, этот квест, этого нету, видите, тут на карте. Но он как бы присутствует. Вот, вот, смотрите, яблоко раздора, видите? Походу, даже в этом городке, это не только. Мы с вами еще и... Так... Локацию сейчас зачистим, да? Блин, прикольно у них, нифига себе, городок. Очень круто, кстати. Это городок прикольный. Стража держит ухо востро.
Да где она тут не держит? Так, дайте мне быстренько обнаружить всех тех непотенциальных. А, кстати, вон, смотрите. Но мы туда сейчас не пойдем. Чего ты за оскорбление мне бормочешь тут? Кстати, с этим огненным ножом? Какой ножом? Кинжалом, мечом? Я часто, блин, и себя поджигаю. Случайно. Так. Мужчина. Вы женщину тут охраняете. Интересную. Я лишних, наверное, не буду, да, валить. Хотя тут у них сокровища есть. Нужно отнести этот чудо-сорняк Тирамену. Так, а где он у них? Этик, Хокволдо! И ты, говорит, туда не ходи, а сюда ходи. Подожди, а это у нас в этом, да? Но я сейчас не буду в эту крепость, потому что по заданию какой-то есть. Это мы лучше завтра выложу. Я эту локацию как раз зачищу. Так, а что у нас? Слушай, давайте глянем и по... Шмотки. Давно и шмотки не менял. У меня как бы есть там 13 тысяч. Так, так, так. Что интересного там? О, здравствуй. Так, что ты, мать, мне можешь предложить? Зеленые? Ну, мне кажется, у меня даже получше выглядит. Ну, так вот, прикольно, что снизу зеленый, а вот что это козлиная шкура какая-то, мне сильно прикалывает. Да, не буду. Не, мне кажется, получше. Оранжевые. Так, извини, извините, товарищи. У всех, кстати, легкие такие платьица. У девушек, да, тут. И мужчины вот такие, знаете, одень такой странный. Я бы приковала его к постели, прежде чем отпускать в Кирену. Конечно, у тебя одни мужчины на уме. Слышь, это яблоко раздора, кстати, вот этот квест, походу, да-да-да. Так, извините. Чудесно. Я заставлю нашего друга прийти в себя. Если, конечно, он изначально был в себе. Если мне доведется встретить Мантикору в лесах Балагре, получишь ее голову. Был бы рад, Миджай, мальчик мой. Говорят, ее ядовитое жало вызывает мгновенный паралич. Мне бы оно пригодилось. В медицинских целях, конечно. А, конечно. Прощайте, Рамен. А что, у нас сегодня короткий такой прощай, квестик, да? Паек. Остерегайся, Мантикор! Да, сегодня, ребят, реально короткий квестик, но ничего страшного.